Привет. Доу Джонс сегодня колеблется весь день в связи со слухами, что Ван Лунд Ассошиэйтс и Хэнк Этвуд договорились о слиянии. Несмотря на отказ от комментариев... Ты с кем-нибудь говорил? ...сторон о предполагаемой сделке... Нет, я ни с кем не говорил, Карл. Я не дурак. Я знаю об этом, Эдди, но не соверши классическую ошибку всех умников. Не думай, что нет людей умнее тебя. И где ты был? Ты уже второй раз испаряешься. Я был в здании. Я ходил за кофе. А что, что-то изменилось? Да, кое-что изменилось. Этвуд впал в кому. Он нас не разыгрывал. Он умирает. Что ты об этом знаешь? Я был совершенно не готов к ответу. Меня одолевала слабость. Я не успел вовремя принять таблетку. И боль начинала медленно застилать мне глаза. Простите. Я тебя не отпускал. Ваши сотрудники не имеют права пописать? Был ли это Брент или кто-то еще? В участке или в гардеробе? Мы не знаем, сколько это продлится и что сказать прессе. Мистер Мора. Остается только ждать. Карл, мистер Мора. Простите, мне... Мистер Мора, я потратил это прислали вам. Лет. Не думаю, что я так легко отступлюсь. Это вернуть назад. Эдварду Мора лично в руки. Надеюсь, нет. В общем, дай мне знать, если что-то выяснишь. Я снова спрашиваю тебя, Эдди, что ты знаешь об этом? О чем? Об утечке? Нет. Что с Этвудом? А что не так с Этвудом? Слушай, ты далеко зашел со своим броней, Карл, парень. Я не понимаю, слушай, о чем ты. То, что ты хочешь сказать, бред собачий. Ты что-то скрываешь от меня, я это чувствую. Но сейчас я хочу знать, почему эта сделка сорвалась! Карл! Эдди! Эдди! За пределами больницы Ленокс-Хилл продолжаются перипетии вокруг слияния Ван Луна и Этвуда. В этих слухах о слиянии нет ни единого слова правды. Это просто домыслы. Мой муж проходит обследование. Нам сейчас очень нелегко. Мы просим адресовать все ваши вопросы нашему юристу. Да, сейчас у нас больше нет комментариев. Мы ждем результаты последнего обследования и надеемся на лучшее. Спасибо. Мы попытались обратиться за подробностями в офис мистера Ван Луна, однако представители его компании воздержались от каких-либо заявлений.